Всем привет, с вами Розе, и это обновление. Давайте пройдемся по обновлениям. Ну, в целом, для обычного игрока ничего интересного. Добавлены два новых агатиона, героический и редкий. Два донатных агатиона. Вот такую вот книгу заклинателя. При успешной атаке наносит урон ветром по области. Весь урон закрывает колы. Видим как с обычными агатионами, так и с донатными. И редкий также вот мимик. Также закрывает колы с обычными и донатными. Вот снижение урона 4 донатных агатиона. Новое умение наследника. Абсолютная точность 3%. И при оглушении персонажа к сопротивлению атакам оглушения. Сопротивление оглушению 3% и снижение урона плюс 5%. При атаке босса применяется компенсация урона. Не влияет сопротивление урону по области. Очень интересно. Начинается второй сезон «Лабиринт Харнака». Леона Зикхарт и Эрика Бартс. Завершается четвертый сезон «Храма Запара». Добавлен седьмой этаж башни дерзости. На седьмом башне дерзости появляются новые РБ «Безумный Шурель» и «Шурель». Седьмой этаж башни дерзости разделен на три области. На седьмой этаж можно попасть при помощи свитка телепортации, а также используя портал башни дерзости, который появляется после победы над боссами с первого по шестой этаж башни дерзости. При помощи портала можно переместиться на седьмой этаж башни дерзости в локацию правосудия Шуриэля. Портал может появиться после смерти боссов с первого по шестой этаж, даже тогда, когда Шуриэль не появляется в 2 до 19.00. Портал исчезает спустя 5 минут после появления. Амулет телепортации, также дебафы, седьмой этаж, видите, кристаллы души новые. Обновите книги об истории королевства Аден. Это мы заходим. Создание, другое, коллекции, вот такие вот книги обновите. Также исправление. Из условий для начала игры без подключения к сети убрали требования отключения всех пуш-уведомлений. Исправлена ошибка, из-за которой автоматически перемещенные в ячейке быстрого доступа предметы время от времени нельзя было разблокировать. Также добавлены 4 ивента. Первый ивент – изучение башни дерзости. Период проведения ивента, количество опыта, получаемого за убийство монстров на всех этажах башни дерзости, увеличено на 20% с 1 по 7 этаж. Сезонный пропуск башни дерзости. Видим, добавили сезонный пропуск, где вы можете купить прем-награду. В прем-награде мы видим, периодически попадаются ордена славы. Финальная награда, можно получить 20 тысяч виталочки. Так, обычная награда, в которых кристаллы, реликвия энергии, магический пергамент, карты класса, агатиона могут попасться, антикварная вещь, знаки поручения, опять же такой же сундучок, свитки, пыль, антикварная вещь, обычный пропуск с виталкой. Перед финальная награда 100 очков пробуждения. Охота на монстров в башне дерзости можно получить за убийство 50 тысяч монстров. Вот такие кубочки, 30 штучек. Идем дальше. Ежедневное благословение башни дерзости. Это вот такой бонус, который мы покупаем. Тут видим, тоже вот такие вот интересные сундучки идут. Сундук с часами очень прикольно. Очень круто, позволяет получить эликсир наследника. Антикварная вещь. Карты агатиона высокого качества 6 раз. Ну, такое вот, часики. Карты класса высокого качества 6 раз. От обычного до героического. И финальная награда. Чистый эликсир. Вот такой вот ежедневный бонус. 21.00 по почте будут приходить припасы, которые будут храниться 6 часов на почте. Не забывайте их забирать. Это энергия Нхасад и сундук дерзости с припасами. Сияющая антикварная вещь и фрагменты рецепта создания редкого оружия, доспеха, украшения. Очень хорошо. Ну, вроде бы ничего не пропустил. Так, донат-магазин. Что у нас в донат-магазине? Видим, что смены сервера нет и нового класса тоже нет. Ребят, дам совет. Никогда не надейтесь на что-то хорошее в Lineage 2 Mobile. Это самое главное. Надейтесь на то, что у вас есть. И тогда вы будете радоваться этой игре. Так, донат-магазин. Вот. Добавили урну. Это урна совести разработчика. Карта агатиона от улучшенной до легендарной 4 штучки. Улучшенный героический тоже 4 штучки. Ордена славы, знак поручения, пособие высшего качества. 3 штучки. Ну, неплохая, слушайте, по орденам очень неплохо.
вы гарантированно получаете 200 тысяч орденов. Ну, знаки поручения такое, но главное, что ордена очень прикольно. Конечно, 1500. Ну, плюс эти агатионы, которые достаются только с пака, вот, конечно, заманушка. Два пера, привязка, 120 реликвий энергии. Основные паки, песочные часы, баф на час, при помощи которых можно создавать разные итемы. Часы храма рассвета. Так, сами паки видим. Карты класса, от улучшенный легендарный, улучшенный до героический, ордена славы, знаки поручения, кристалл и улучшенный кристалл. Пособие высшего качества на выбор, 3 штучки, реликвия энергии 120 штучек, улучшенный легендарный души. Если вы скупите 4 пака, вы получаете еще дополнительно 4 на класс, улучшенный легендарный, очень круто. Донатерам очень все круто, вкусненько. Ну и также карты Агатиона. Улучшенный легендарный и улучшенный героический. Вроде ничего не пропустил, но ты, если видишь, что я что-то пропускаю, пиши в комментариях, потому что это важно для меня. Ивенты, обновления подошли к концу. С вами был Розе. Пиши комментарий, как у тебя дела, чем занимаешься. Всем пока.